В России планируют развивать беспроцентную халяльную ипотеку. Об этом в рамках Международной недели бизнеса сообщил депутат Госдумы Расул Баташев. В Центробанке уже рассматривается возможность внедрения такой ипотеки и создания исламских банков. Халяльная ипотека – это финансирование на приобретение недвижимости по законам ислама. На сумму займа накладывается не процент, а наценка, которая определяется между себестоимостью товара и ценой его реализации. На сегодняшний день некоторые вот такие продукты исламского банкинга предоставляются, но они еще в полноценной форме не могут работать, так как нету определенных поправок в российское законодательство. Как только эти поправки будут на федеральном уровне приняты, я думаю, тогда исламский банкинг будет уже востребован в целом как в сугубо таких, можно сказать, мусульманских регионах Поволжья, Урала, Северный Кавказ, так и в целом в центральной части России. На сегодняшний день халяль-экономика одна из самых быстрорастущих в мире. В 2019 году оборот продукции превысил 2 триллиона долларов. К концу 2024 года прогнозируется рост до 3 триллионов долларов.